Новый год для детей Новороссии. Торгово-промышленная палата и региональные общественные организации «Союз добровольцев России» и «Офицеры России» запускают акцию по сбору новогодних подарков для детей Луганской и Донецкой республик. Организаторы обращаются к предпринимателям и к жителям города с просьбой оказать гуманитарную поддержку. Самое простое, что мы сделали, мы узнали определенные потребности, мы скоординировали свои возможности, скоординировали с бизнес-сообществом и организовали вот эту акцию. К Новому году не все, конечно, не то, что от нас будет зависеть, гуманитарный конвой с новогодними подарками для детей Новороссии будет доставлен. Передать гуманитарную помощь можно по адресу: улица Дегтярная, дом 15. Также можно перечислить денежные средства в Саратовский региональный благотворительный фонд «Родина, вера, честь». Его реквизиты вы видите сейчас на своих экранах.